Всем здравствуйте. Знаю, опять я пропал, опять ничего интересного не произвожу, ничем интересным вас не удивляю, ничего не рассказываю. Есть такое дело. Скажу сразу. То есть есть недостаток в средствах, которые сейчас пытаюсь заработать, совсем не на бритвах. Вот, хотя параллельно делаю заказ на клиночки, вот такие вот, там сейчас Дамаск, и вот такой уже тоже У10А стали, узенькие там, то есть уже почти доделал, сдам, уже какие-то деньги появятся, еще попробую добить тут на стороне, может что-то выйдет у меня все-таки заработать. И взяться за бритвы, потому что та прибыль, что с бритв вступает, я как-то ее то на подарки раскидаю, потому что не хватает больше ни на что. Либо просто не хватает. Вот. Ну, кстати, на сайте много очень вариантов, очень достойных, кстати, есть варианты. Просто пригодитесь к фотографии. Я понимаю, что вживую в руках вот так вот крутить, это совсем... Другая история, совсем другие ощущения и совсем восприятие другое, но что делать? Где я, как где вы, как говорится, мы на разных концах страны и даже мира, и поэтому без вариантов. Вот так вот, как я бы так сказал. Ну что ж, то есть, как я немного тут оклемаюсь, чем я буду дальше заниматься? Ну, давайте сразу покажу то, что вот это вот кап ореха. Хочу его на оправы поставить, попробовать. Красавица штука, конечно. Это вот, считайте, просто драная деревяшка. Если ее шлифануть, полирнуть, что она еще выдаст, какой она рисунок проявит. Также у меня заготовки из такого же капа ореха для шкатулок. Вот таких вот вариантов. Это у меня вот из дуба, еще она тут, можно так сказать, производится. Но она опять тоже зависла. То есть дело времени. Я еще тут ее не обрабатывал, она сейчас пока туговато ходит. Вот так вот это дело снимается. Бритвы под рукой нет. Вот, в общем, сюда бритва кладется, так нажимается, она поднимается. Ну, в общем, такая-то узенькая, узенький футляр. Это дуб российский. Ну, какую-то там инкрустацию, наверное, сделаю. Не знаю пока даже. Вот честное слово. Просто все отложено в сторону, в дальнюю. Дальше. По заказам. Есть у меня... Так, ну-ка, этот самый, по-моему. Да. По заказам. Есть у меня на две бритвки вот таких вот заказ. Это пакетные кованые стали. Там ШХ-15 У10. Есть просто из У10 кованый, но не тонкий, не знаю, буду ли из него вообще делать что-то. А это вот уже наконец-то я урвал. Ну как урвал? Вложил то, что было из остатков денег, сковал вот еще. Мне хватило из полоски, там еще один такой обрезок маленький остался. То есть он ни туда, ни сюда, с обоих сторон. И вот вышло 4 у меня клиночка. Буду делать, как договорились, у меня все записано, все распечатано, то есть, какие там нужны оправы, какие, что, как должно быть, в общем, в принципе-то. Уже какое-то начало, уже радует, а то я затянул вам с заказом с этим. Есть тоже вот еще у меня из У10 кованый, тоже тонковато, в принципе, для такой модели, не знаю, как я с ним буду. И вот... Тоже есть У10 пакета кованые и пакетно кованые ШХ-15. Вот такие же. Их уже как-нибудь, на прям, ну, вообще на будущее, прям вот. А... вот так вот. Это одно и то же. Ой, одно и то же. То есть это у меня вот та самая бритовка, которую хочу, то есть еще для сайта сделать. У меня сейчас она в заказе есть. Это
церковная У-10А. Вот, сейчас я вам покажу. Я уже показывал, конечно, но мало ли, может, он не видел. Вот, это клиночек от Игоря Смирнова, немецкий. Вот по нему мне сейчас вот я заказ доделываю по клинкам, вот именно таких вот клинков. Ну, неплохо получились эти. Один так себе, так себе. Но сказали, заберем, ну, ура, так что уйдут все. Вот. Как видите, их чуть-чуть шире делаю. Прям чуть-чуть. Ну, они тут еще обрабатываются, они все равно ширину потеряют, но немного будет шире, прям вот совсем немного, прям вот максимум 8 мм. Так что это вот для сайта. На сайте появятся вот такие клинки. То есть почти копия немца. Ну, что еще мне сказать? Да больше нечего сказать, в принципе. Вот так вот у меня. В общем, врубаю деньги на свое любимое дело. А там сейчас уже время покажет, как я смогу, не смогу в ближайшее время или не очень совсем уж прям вот. Мне кажется, все-таки я вот сейчас заказ сдам. Потом тут еще леваком прогоню. Ну, так, леваком вообще на другой работе. Но тоже связано с этим, тоже с металлом, тоже там с заготовками, со всеми делами. Но... Думаю, я наскребу на то, чтобы сделать вот обещанный уже заказ вот из таких вот этой модельки. Это обязательно человек ждет. И потом для сайта вот такие вот варианты. Уже сразу начну делать следующими. Все. У меня, по сути, больше нет никаких новостей. Ничего интересного. Поэтому... До свидания. Надеюсь, я в следующем видео вас чем-то реально порадую. Может, даже удивлю. До свидания.